Кто-то снова заметил прикольную позу в японском файтинге, и понеслось. Всякие стритфайтеры, Guilty Gear и Tekken'ы на самом деле просто бесконечный источник мемных поз, которые почему-то 99% людей в упор не видят, а когда кто-то подмечает одну, все бросаются ее рисовать и растаскивают по всему интернету. В этот раз случилось ровно то же самое. Смотрите, это Кэйми, ну или Killer B, персонаж игры Street Fighter. Ее можно считать культовой, потому что наравне с Чун Ли она стала одной из первых девушек в этом файтинге, конечно же, игровым секс-символом, в том числе и из-за яркой внешности и своего костюма. Зеленый или синий купальник, ремни разгрузки, накачанные мощно открытые ножки и длинные русые волосы, собранные в косы. Но это старый образ, а вот новый был представлен в начале марта, когда на официальном канале игры вышел ролик с игровым процессом за Зангифа, Лили и, конечно же, Кэми. Новая внешность получилась ничуть не хуже. Черты лица Кэми стали чем-то напоминать Скарлетт Йоханссон, а ее одежда пусть и стала более массивной и закрытой, это уже далеко не купальник, но все равно крайне горяченькой. Мини-топик, короткая куртка, облегающие леггинсы. Прическа тоже немного изменилась, и пропал берет на голове. Алло, это булочная? Нет, это телеграм. А у вас смешные мемы есть? Есть. А чатик есть? Есть. А можно к вам? Мы вас ждем, в описании смотрите ссылочку. Но самое главное, в трейлере показали ее новые эмоции, подтягивание спинки, которая моментально завирусилась. На нее трудно было не обратить внимания, как и поза Джеки О в прошлом году. Поза Кэми настолько понравилась художникам, что по ней появились сотни фанартов буквально в течение пары дней. В первые же часы в птичьей соцсети появились первые два рисунка. Пиксель-арт и сцена с растяжкой Кэми вместе с кошечкой. Следом начали появляться пародийные и юмористические рисунки этой позы, в том числе и с другими персонажами. На одних кто-то пытался повторить позу Кэми и потянул спину, а на других уже Кэми удивлялась тому, что кто-то гнется лучше нее. Позу начали примерять буквально на всех подряд персонажей игры. И не только. Но и наконец-то подтянулись и горяченькие арты, которые не только демонстрируют новую позу, но и предлагают интересные идеи ее применения. А еще это отличный способ продемонстрировать все прелести фигуры любого персонажа, которого бы не выбрал автор. Привлекать эксперта Снежка пока незачем. На R34 лежит только 30 артов, и с ними вы ознакомиться можете сами. Ищите вот по этому тегу. Думаю, это уже не случайность, и разработчики файтингов теперь будут метить в подобные вирусные позы и для других своих персонажей. Ну а нам зато будет что пообсуждать!